Иисус Христос в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб, благодарил и, преломив, сказал: «Примите этот хлеб и, разделив, кушайте, как символ тела ломимого». Всякий раз, когда едите хлеб и пьете чашу сию, вы смерть мою всем возвещаете, доколе я приду. Творите сие. Также чашу взял, сказал: «Завет мой новый, завет в моей крови, пролившийся за вас. Вы пейте лишь тогда, когда в воспоминании творите вы сие, доколе я». Едущий этот хлеб и пьющий эту чашу Иисусом будет жив, как Он живет Отцом. Хлеб истинный с небес наполнил землю.